Так, 3 октября 2020, ух ты, птички. Слушай, у нас даже не смайлик получается на солнце. А во-первых, похоже, облака создают впечатление, как экваториальные кольца Юпитера. Ой, ты посмотри, какой там у нас пятно, какое огромное. Это уже второй дубль. Разбил я файл на 2 дубля. Меньше, чем вчера у нас тучек, но, как видите, достаточно. У нас прямо солнышко на нотном стане. Так, увеличиваю выдержку. Посветлее чуть-чуть сделать. Но немного. Даже ветерок стих, елки-палки. Сегодня попробую поснимать. Вчера была попытка спутники Starlink снять. Очень не хватает светочувствительности фотоаппарату. Ну, тут уж, ребята, как бы, если хотите увеличение в 500 раз, вам придется пожертвовать светочувствительностью. Никуда не денешься. Но, возможно, сегодня будет пролетать. Ну, я сейчас в Запорожской области, возле города Орехов. Будет мимо, удобно мимо понятной мне звезды будет пролетать. Не то что пояс, но довольно часто. Там через 10 секунд, через 30 секунд будут пролетать спутники Старлинка. Я попытаюсь их хотя бы как-то зафиксировать. Получше, чем вчера, скажу. Вчера я даже ничего не выкладывал, потому что, ну, там не на что смотреть. Оно и на фотоаппарате-то не шибко, увеличивая выдержку, знатно смотрится. А если... Ой, какой там вообще. Ты посмотри, какой огромный там вспышка. Ну, я же в прошлом дубле говорил. Сейчас у нас космические бури эти, да? Ты моя лапочка. 150 миллионов километров до объекта наблюдения нашего солнышка. Магнитные бури, насколько я помню, ну, кто-то мне говорил, что магнитные бури, но насколько я помню, магнитные бури, они как раз и связаны с солнечной активностью. И похоже не на смальник, а как будто 2 глазика, он носик, и носик даже с 2 ноздрями виден. Слышишь, пареидолия, да? Пареидолия называется, когда человек видит в неживых объектах, каких-то схематичных изображениях, пытается наш мозг найти знакомые образы. Свой чужой пытается распознать. Угроза это не угроза, наш мозг, в смысле, пытается распознать. Ну, по крайней мере, мой так точно. Но не думаю, что он у меня какой-то особенный. Ты ж моя красота. Ну, уже, конечно. То есть никаких светофильтров, совершенно невооруженным глазом смотрю на солнце. Даже я. Ну вот. Вот так это примерно выглядит в естественном освещении. Я целенаправленно чуть-чуть выдержку уменьшаю, затмеваю. Но на улице совершенно светло. Ой, я балдею от этой красоты тени. Или это не тень, это красопятна, да? Краснопятна. Ну хорошо, тут уже, по-моему, коснулась обрия наше солнышко. Да, ну тут резкости не получится, уже просто с
слишком сильная облачность. Ты смотри, пятна видно даже, когда заходит уже за горизонт солнца. Вот видно, как относительно провода движется. Да, какие-то громадные просто пятна. Ну хорошо, 3 октября 2023 год. Будем ждать Старлинков.